Всем привет! Ну что, опять мы гуляем по выставкам. Сегодня я вам покажу выставку Михаила Звягина. Она называется «На черная вода». Это художник с собственным видением жизни страны, нашей огромной страны за последние полвека. Вот так написано в анонсе. В 45-49 годах учился в архитектурно-художественном ремесленном училище. То есть человек молодой. В 54 году после демобилизации он служил в армии, устроился на работу на ткацкую фабрику, цех по росписи ткани. И в 59 году как художник по текстилю представил публике свою первую работу на выставке ленинградских художников в разделе «Прикладное искусство». В 1961 году Михаил Звягин окончил факультет живописи Ленинградского художественного училища имени Валентина Алексеевича Серова, получив специальность учителя рисования и черчения. А в 1962 году стал членом Союза художников. Вот так. Занимается не только живописью, но и скульптурой, и скульптурных работ. Особого упоминание заслуживает памятник Пушкину, который установлен на территории российского консульства в Нью-Йорке и в подмосковном музее усадьбы Астафьева. Скульптура «Скорбь», которая посвящена жертвам блокады Ленинграда, подарена Ириной Шостаковичей, вдовой Дмитрия Шостаковича, немецкому городку Гориш, где проходит музыкальный фестиваль Шостакович. Ну, то есть человек с регалиями, знаменитый. Вот такая выставка, вот такие работы его, картины. Работы Михаила Звягина представлены в музейных фондах и собраниях Русского музея, Эрмитажа, Музея современного искусства, Нортона Доджа, Музея Берлинской стены, если косвить такой музей, я не знал, в музеях Омска, Тулы, Воронежа, Смоленска, а также ряда частных коллекций Западной Европы и США. Ныне живет в Нью-Йорке. Как написано в анонсе, он художник-одиночка. Его живопись, особенно работы 60-х годов, это крайне индивидуальное переживание и свидетельство реальности, далекое от стандартной повестки как официального, так и нонконформистского искусства. Вот как художник пишет о себе: я пишу то, что я вижу, и то, что я мыслю. Мои картины – это картина не для слабонервных, это мой крик души. Мне хочется достучаться до сердец людей. То, что происходит вокруг, это бестиарий, карнавал масок, буфонада, ряженые. Уроды правят бал, но надолго ли? Мы живем в зазеркалье, где нам говорят одно, а мы видим другое, а происходит меч третье. Кругом бесы, маски. Смотрите, думайте, слушайтесь в гул эпохи. Мои холсты – это зеркало окружающего меня мира, нашего времени. Я просто свидетель своего времени и средствами своего искусства пытаюсь его выразить. Вот как Михаил Звягин написал о своих работах. Вот посмотрите работы. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Рад, что были со мной. Пока-пока.